И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же на том же сервере, все так же с модом Expansion Core. И хотел бы я сразу начать с негатива, а именно вот с такого говна, потому что меня раздражают такие люди. По-простому говоря, вот, чувак, я знаю, что ты смотришь мое видео, вот это трайк подписчика. И я ненавижу таких людей, я называю их ублюдками, не обижайся. Но сейчас, благодаря твоему трайку, я лишился альфа-паразавра, которого я пытался притомить. Да, я его убил, я твой трицератопс его не убил, я его сам убил, все нормально, я получил опыт, я получил дроп с него, и все хорошо. Но я потерял время. Я потерял паразавра, я потерял время. Вот, и я ненавижу таких ублюдков, как бы это было бы не оскорбительно, но я ненавижу таких ублюдков, которые оставляют на автоатаке. И знаешь, что я делаю? Я их обычно пытаюсь утопить, таких динозавров. Как это сделать? Легко и просто. Но я умею это делать, я уже топил. И, в общем, если будешь оставлять надолго, знай, я утоплю. Мне не нравится это делать, потому что человек вроде старался, пытался что-то сделать, и в итоге его подопечный, так сказать, умирает. Но я это сделаю. И неважно, кто там будет. Твой Гига, который бегает по пляжу, или твой альфа-трицератопс сраного большого лева. Я все равно его утоплю, потому что мне это очень сильно мешает. И я думаю, не только мне. Я предупредил, я надеюсь, что ты это увидишь, услышишь и поймешь. Видео, это, наверное, будет через неделю, сейчас у меня 6 марта. Да, видео должно выйти, получается, в воскресенье. А в воскресенье это будет 12 марта, да? Да, вроде должно в воскресенье выйти. Ну, ладно. Подождем, пока выйдет этот видос. Если я утопил твоих динозавров, значит, знаю, они мне очень сильно... Точнее, если твои динозавры кто-то утоп, знай, они мне очень сильно мешались. Ну да ладно, погнали. На острове здесь появились уже новые жители, пару домов появились. Не знаю, подписчики ли это или же нет, но... Такие стандартные коробочки, большие ворота и лично Хоббит Shadow Empire, прикольно. Каменные ворота, каменная коробка и все. А здесь уже, ну, полукамень, полудерево, но суть такая же. Здесь у нас Knights of Blood. Но здесь уже не лично кому-то, а, соответственно, создал трайп и все. Так. Просто тупо для кача. Ничего более. Здесь иногда летают альфа-птернодоны. Но по понятным причинам я их не могу достать. Идите в жопу. А, кстати. Я убил альфа-трайка-скелетона. Мне выпало... Ах ты, блин, зараза. Я забыл, что вас там двое было. О, 30-й, блин, даже жалко как-то. Ну ладно, что поделать. Поищем какого-нибудь другого. Так, на тебе скину. Убил костяного трайка, трайк скелетона. Он был 50-го левела, 8000 хп, как бы. Он дрыщевый. Честно, его само на меня больше бесили. Завалил я его быстро, а вот зомби Додо, вот эти вот миньон зомби Додо, это просто кабздень. Чей? Чей, не знаю чей. Все так же, все тоже, мало чего изменилось, и сегодня, я надеюсь, так оно и написано в описании к видео, мы пойдем ловить богомолов. Я почитал, как ловить богомолов, оказывается, на рог червя нужно ловить, я понял, для чего можно эти рога создавать в этой фигне. Господи, ну там, где мы цветочки создаем и так далее. Ёпрасте, сколько всякого говна у меня здесь есть. Ну ладно, седатив наркотик сохранен, и на том хорошо. Но давайте посмотрим, что нам даст этот костюмчик костяного трайка. Давай вот тебя наденем. Костюм.
Ну да, я так и думал, будет костяной трайк. Это, конечно, выглядит не очень, и я предлагаю не на Альфача надеть, а вот на тебя надеть. Тогда твое существование имеет смысл здесь. Но, с другой стороны, тоже прикольно. Хотя мне быстро надоест, и я это быстро сниму, я думаю, так что, ладно. Кстати, я веду расширение... вы же еще не знаете, вы же еще не видели. Короче, слышь, а где мой меч? Зараза долбаная. Во-первых, тихо, все, сядь на место. О, Праймуша, давайте я тоже завалю. В натуре прям. О, Лутецкий, хорошо. В общем, блин, уйди, надписи. В общем, я расширяю, во-первых, вшире. Как видите, да, вот насколько я уже расширился, это получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 фундаментов вшире и... так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 8. Так, 7 на 8, на вполне нормально. Плюс, как видите, я увеличил его высоту. Я, понятное дело, застроюсь и уберу эту стенку. То есть буду увеличивать полностью по всем параметрам. Давайте я покажу вам немного свой домик. Так, закройся. Самое главное в этом деле дождаться, пока дверь закроется. Как видите, летунов здесь нет. Летуны все наверху. Сделал вот такой подъем. Такой подъем куда прикольнее. И, кстати, можно завозить. Сейчас покажу. Припарковывать кошку там оказывается намного удобнее. Стартовать с нее отсюда намного удобнее. Вот так вот. Опаньки. И все. Удобно. Кицаль мой тут. Потихонечку качается. Ну, качается как, если до него достает этот чубрик. Кстати, а давайте проверим, до него достает этот чубрик? Чубрик. Ну, давай-ка я тебя чубриком и назову. Pet it. Как я же тебя по-английски назову? Чубрик. О, точно, я так тебя назову. Чубрик. Так, изменить имя. Неправильно. Чубрик. Ой, Чебрик назвал его. Чубрик. Брик это кирпич. Если что-то пошло, я не знаю, с чего я это взял. Брик это кирпич. Или брик. Брик пишется. А чу, я не знаю. Ну, будет чубрик. И пускай что хотят, то и думают. Если даже прочитают этот ник. Так, до тебя он достает? Эх, жаль, не достает по радиусу. Ну да ладно. Там внизу качаются тогда все остальные. И до тебя тоже не достает. Ладно, пофигу. Вот, и сделал вот здесь такие жердочки, как видите, да? То есть здесь для большого кицаля, чтобы платформа была седла. А здесь такие маленькие жердочки, подъем. И здесь я уже летунов составляю. Удобно, лично мне удобно. Вот эту всю конструкцию, вот этот подъем и так далее, я делал, наверное, с полчаса додумывался до такого удобного подъема. Здесь что-то только я не придумывал, но в итоге до такого концепта я дошел где-то за полчаса. Так-с. Ну, а так мало чего изменилось. Получается, кстати, да, я сейчас снимаю после первого стрима. В ожидании завтра следующего первого стрима. Первого официального, можно так сказать, стрима. Так, 15. Ну, по идее, 15 рогов червя смерти это достаточно для того, чтобы притомить 150-го богомола. Твою мать, да ладно. Ты делаешь это же тоже по 5, это же какой кайф. Все, 25 мне точно хватит. Клево. Ой, так. Томить его. Вот так. Кидаем в последний слот. И томим. Но мне нужен. Вот это вот средство от насекомых.
Биоксин. Интересно, создается. Для чего? Для того. О, давай еще один. Что? Не-не-не, еще один. Для того, чтобы я мог. Здесь текст. Так сказать, не бояться своих богомолов. Ой, господи, он так. Скорпион так зашуршал, и я испугался. Тут о богомолах идет речь, я испугался, что у меня богомол под боком стоит. Фух. Ну, вроде бы я готов к этому непотребству. Пойду я на. Блин, я не знаю, на ком пойти лучше. Пойду, наверное, лучше на кошке. На кошке стартанем. А может, за скина могу пройти. Но надо будет для них, для всех, для каждого свой газончик, загончик сделать, и чтобы они там стояли, чтобы мне было удобно. Вот, соответственно, здесь, конечно, тоже все изменится. Здесь все изменится, когда я расширю свой дом. Ну, там посмотрим, как все это дело будет. Так, вот на кашуне. Кашуня, блин. Господи, что несу? Large Experience Potion. Это, наверное, страйка у меня выпала. Вариантов-то и больше нету. Конечно же, тратим его на кицаля. Мне кицаля нужен. Раскачанный. Large Experience Potion. Давай, смотреть. Ему выносливость надо повышать. Ну и скорость. Скорость я до 300 хочу повысить. Дальше выносливость до 5000. Так, 300. Выносливость до 5000. То есть еще немного. Дальше вес буду качать. Второе пока, думаю, не стоит использовать. Вот. Для чего скорость? Чтобы он быстро летал. Мне кицаль нужен быстрый. Если честно, 300 это скорость очень маленькая. Потому что я веду расчет, что я буду им томить этих альфа кицалей. А они, соответственно, ну, очень быстрые. Поэтому мне, понятное дело, нужен альфа-кицаль быстрый. Так, давай здоровиться. Все. О, поскольку ты вкидываешь в здоровье. 19-20 тысяч хватит. Круто, я не знал. Это круто, это здорово. Я думал, я больше левелов потрачу. Сейчас, значит, вес качаем. Вес качну до 2000, а дальше я буду качать скорость передвижения. Ну, хотя я сейчас еще потом посмотрю еще, как он летает, потому что в одной из следующей серии мы уже будем томить этого. Будем томить. Господи. Анкилозавр, то есть альфачей будем томить. Додиков, анкилозавров, либо альфачей, либо обычных будем искать. Вот, и уже, собственно, будем их томить. Сейчас лишний шлак выкину. Названием странного туча мяса. И да, сраного туча. Ну, не знаю, меня прикалывает такое. Так, с овощи, ну ладно, пускай тусуется, не занимает. О, стрелы надо выкинуть. Тут тоже надо выкинуть. Жемчугу немало, тут неплохо. Все металлические я оставляю. Неважно, сколько у меня металла. Кстати, да, 10 всего кератина, блин. 10 кератина всего лишь выбил страйка. Даже обидно было. Ну да ладно. А увидел я его случайно, я смотрю, опаньки, это полоска. Думаю, хорошо, пойдем проверим, кто там. Я сначала думал, это этот, человек, типа, босс. А тут смотрю, нет, страйк. Смотрю, 10 выбыл. Ну, о, это ты мне нужен. Чтобы проверить, кто они, что они из себя представляют. Ну, как я уже сказал, ни о чем. Из себя представляют, по большей части, это сумоны, которые прям конкретно меня, ну, выбесили. Надо избавиться от них, от миньонов, очень тяжело. До миньоны. Чупаникс. А мне нужен твой хитин. Хотя жемчуг был бы неплохо. Надо сгонять за жемчугом. Надо слетать за жемчугом. Надо налутать сразу вот тучу жемчуга, потому что мне он нужен. Жемчуг, ну, очень сильно нужен. Шпендрех. Вас ограбили. Я что-то у себя оставил, что ли, в инвентаре? А, ну да. Я и забыл про это говно. Так, все на место вернулось. Отлично.
Так, а что мне здоровится? Я сейчас до 50 тысяч хочу ему поднять здоровье. Да, уже не хил, так видите, да? Как я поднял и хил здоровье ему. Уже почти 50 тысяч. А потом, думаю, можно вкачать ему немного скорости. До 150. В общем, альфа-кошка у меня выходит прикольная. Прикольная. А потом нужно будет побегать. Кстати, да, мне там скидывали список. Не список динозавров, с кого что падает, а типа маленький. Ну, так можно так сказать, маленький по размеру. Этот альфач тот с него падает, с того-то то-то, с того-то то-то. Конечно, огромное спасибо. Как говорится, вот чуть-чуть бы пораньше и очень бы помог. Но опять-таки же, это я же записываю серию в запас, впрок, так сказать. Поэтому ты опоздал. Если бы я записывал как раньше, записал серию, и на следующий день же она выходит, тогда ты бы прям очень бы, даже заранее бы даже бы помог бы. Я немного уже сам узнал, короче, и получается, ты мне съел список. Но огромное спасибо. Кстати. Тимофей Кочешков. Кочешков. Кочешков же. Ой, у меня там в Steam писали, оказывается. А, в общем, огромное спасибо тебе. Ну, говорю, как бы, если бы я записывал бы серии как раньше, ты бы даже бы очень даже успел бы. Вот. Но все равно. Ух ты ж, ёптель. Ты слышь? Ты чё, бессмертным себя считаешь, что ли, а? Вообще, натуре. А? Бессмертным себя считаешь? Не, вообще, без проблем. Я-то завалю вас нафиг всех. Фух. В общем, нужно побольше жемчуга налутать и уже забабахать себе броню. Не, конечно, черный жемчуг было бы неплохо. И тег броню я когда-нибудь сделаю. Честно, вот сделаю я тег броню. Мы ее осмотрим. У меня даже в списках есть тег броня. Ну, в списках того, что мне нужно это сделать. Ой, ёптель! Куропатина, иди сюда, натуре! Вот тебе меня бесите, куропатки сраные. Такс, погнали! Погнали! Здесь богомолы где-то ходят у меня. Я чую, короче, сейчас под эту музыку будем веселиться просто. Просто, твою мать, будем веселиться. О том, как мы будем огреваться. Ну, точнее, я буду огреваться, а вы будете веселиться от того, как я огреваюсь. Ху-ху! Веселье, счастье к нам приходит. О, господи, там еще и трайбы. Кстати, да, спасибо, в комментариях писали то, что трайбов томить мясом. Жареным мясом. Кстати, интересно их притомить, да? Собрать свою банду, короче, трайбов. Я вот хочу. И я сейчас такое сказал, и такой опаньки точно. А ты кто? Ты простой стегозавр? С такими синими этими? Круто. А ты какого левела? Не показывает. Ну ладно. Блин. Мне такого притомить захотелось. Он такой красивый, расцветку у него синие эти шипы. Блин, круто, здорово. Такс. 125 мантис, да ладно! Это мне нужен. Конечно, альфач было бы неплохо. Так, ладно. Кошара. Я все еще не могу добраться. Надо посидеть, подумать самому, короче, надо никами. Так, мне нужен тот темненький, да? Да. Средство работает. Ну, это самка. Кушай, 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 не стесняйся. Приручение 40%, да ладно? Слушай, может мне его тоже притомить? Нам такой левел у него маленький. 50-й всего лишь.
Я думаю, это они томятся как бигфуты. Ну, ёб твою ж налево, давай. Есть! Еще один раз покормить. Всего три, блин, рога сраных надо было! Это ж, фу ж мать, у тебя вообще противотюре какой-то прям. Вообще прям. О, всего-то! Ёптель-моптель. Слышь? Вот тебе и дружба называется навек. Да? Только что они тут были такие, любовь, ощущай, все дела, короче, тут, опаньки, ты чё такой, ты кто такой, давай, до свидания, давай, ч-ч-ч, вырубает его вот дверь самкам после этого, да? Да уж, потому что у неё левел больше, она мощнее, чем мужик. Ладно, давай, короче, отходи. Расчленим труп. Ничегошеньки. Ты чё? Органический пример, жить точно. Все, погнали. Здорово. У меня теперь есть богомол. Торпор богомол не накидывает. Ну, я знаю. Мне советовали в комментариях дать ему ей торпорные копья. И лучше транквил. Спир давать. Которые я все сломал. Я молодец. Вот, лучше давать транквил спир и уже ими томить. И если не ошибаюсь, то можно даже два давать. Не, руки одна. Электрошокер. What is that? Ты с богомола электрошокер выбил? Прикол. Ну ладно, вот этот обычный электрошокер, это одноразовый. Здесь, видите, 50-разовый. Прикол. Такс. Хорошо. Тебе без вариантов нужен скорость. Собственно, 200 и хотел. Ну и погнали. В общем, хотел я побегать за богомолом. Но перед тем, как уйти, я, кстати, экипировал его этими мечом, короче, одел ему меч свой. И оказывается, он берет как два меча, как будто у него в руках становится. И это просто ад становится, так прикольно выглядит. Кстати, урон у него где-то на 200 сразу увеличился, 200 с лишним даже. Ну, что-то около 200, район 200 увеличился, это круто. И я ему седло, кстати, сделал, все на базу привел. Привел его на базу, короче, просто кицалем прилетел, подхватил, короче, и улетел. Это здорово. И получается, перед тем, как, ну, я побегал немного по острову, короче, ну, автоатаку, ну, как, не автоатаку, а командовал ему на кого нападать. Вот, и получается, и смотрю, полоска на острове бегает. Ну и давай, думаю, посмотрю, кто там. Смотрю, Apex Raptor. И такой, че? Apex Raptor, ну окей, смотрю, 40 с лишним хп. Думаю, твою мать. 40 с лишним хп, это, конечно, очень много, это крайне много. И, думаю, вот тогда я решил, короче, вернуться на базу и уже с базы стартануть. Как вы видите, я сделал эликсир жизненной силы, чтобы, если что, восполнить здоровье своему саблезубу. Кстати, да, он же у меня вкачался на максималку, оказывается, тогда 317 левел, и да, я не зря ему здоровье качал. В общем, здоровье, выносливость, скорость, ближний бой, все это у него сейчас так, как и есть. То есть, означает, теперь у меня вот это вот, единственное, чем я могу эти характеристики увеличить, это найти самку, альфа-самку, и, собственно, сделать маленького ребеночка. То есть, также вкачать на максимум. Кстати, вкачивается плюс 100 левел всего. Вот. И, получается, за счет следующего поколения я, возможно, получу какого-то побосявее. Но если я сделаю такого же равноценного, то есть как равномерного, то будет все здорово. Так, тихо, блин, скотина, блин. За деревья сраный скрылся, мне это неудобно вылавливать его. Так, давайте смотреть. Фиомия, блин. Да сраное это говно, сколько всякого тут говна-то бегает.
Да ты задолбал уже, хорош там бегать-то, там, где мне неудобно на тебя смотреть. Мне надо собрать по нему всю информацию, которую я только могу. Для начала здоровье, 40... 50 тысяч, короче, здоровье, 95 левел. Окей, жаль, здесь не обычная игра, и здесь сохраниться не получится. Так, стоять, секунду. Программка, спасай меня, автоклик. Экспандер, если что, это автоклик называется, если кому нужен. Ну, для этого нужны именно эти джойстики. Так. Твою мать, я так и знал, что ты будешь рапторов вызывать. Ну ладно. Нормально, нормально. Тащим. Хорошо. Так. Рапторов завалил. Так, еще новых вызвал. У него половина. У меня половина. Все нормально. Мы на равных. Пока что. Странная полоска. Она странная полоска. Я ненавижу эту полоску. Вот он обосрался прям конкретно. Но зато я захилялся. Кучек говна навалил, так навалил. Ну, зато реально захилялся и на том хорошо. Собственно, на это и был весь расчет. Да ты оборзел, что ли? Сюда иди! Ты ж отхиляешься, тварина, сразу! Прыгнул неравномерно. Фу! Рубин! Чё? Prime Blood! Нифига, хитина сколько выбил! Здорово! 4 рубина, господи, сейчас... Подождите, сейчас... О, отпустил! Апекс Раптор костюм! Все, мне нужен Раптор. Мне нужен Раптор. У меня есть костюм, мне нужен Раптор. Фу, погодите, сейчас. О, отпускает, офигеть. Фу. Вот это все? Вот это все говно навалил мой... Этот... навалил мой саблезуб только из-за того, что я ему сказал, типа, чувак, хавай. Он сожрал и отхилялся. О, офигеть. Ну, хорошо, что я додумался сделать бутыль. Я решил не экономить сезатив и отхилялся. О, и сделал хилку. И хорошо, что я так сделал. Фу, погодите, сейчас кровь от мозга отольет чутка. Фу, здорово. В общем... О! Гриндайзер, блин. Погнали. В общем, как видите, Апекса завалить реально даже с облизубом. А, но для этого нужны хилки. Хилки, еще раз хилки. А, самое главное, конечно, здесь фишка сервера то, что отходит и сразу же фулл хиловый. Возможно, это не фишка сервера, фишка мода, я не знаю. Кстати, напишите в комментариях. На всех серверах с Expansion Core есть такая фигня, то, что типа ты отошел и сразу же отхилялся. Или это реально фишка сервера такая. Если это фишка сервера, то... Все нормально, так сказать. Если это фишка мода, кстати, тоже все нормально. Вполне удобная штука. Отбежал, говорит, хоп, сразу же отхилялся. Один раз обосрался и отхилялся. Хилки. Хилки, конечно, да. И, кстати, как я понял, вот этих седатив наркотик и хилок нету в Expansion Core. Потому что мне хотели подсказать, чем голод вызвать, а ничего чувак не нашел. А я такой пишу ему, а мне повезло, у меня на сервере стоит седатив наркотик и все хорошо. Такой, ну, хорошо, тебе повезло. Вот, кстати, этот гига бегает. Я не против, знаете, но когда, ты знаешь, немного контролируется. Потому что, ну, то, что вот так вот бегает, я не против, но это нужно контролировать. Это мешает. Это жуть как мешает. Я говорю, я буду убивать таких динозавров, которые будут без присмотра бегать. Потому что мне это мешает. Сегодня реально у меня был бы альфа-паразавр. 75 левела я нашел альфа-паразавра, и я бы его притомил. Но благодаря Трайку, который сагрился на него, потому что паразавр мимо пробежал, убегает от меня, потому что они начинают убегать, когда они это... То есть сначала они атакуют, типа все нормально, а потом, когда им фигово, они начинают убегать. Вот, и... Слышь, козлина, гопник. У меня тут гопники на... острове не нужны. Вот, и как бы все нормально. Вот ты главный гопник, нафиг, скотина тупая.
в натуре главный гопник. Вот, и поэтому он сразу же сагрился. Так, что у нас тут хоть по серии-то? Фу, еще 30 минут, так что успеем еще на богомоле побегать. Я очень сильно удивился, когда увидел, как бегаешь на богомоле. Бегаешь стоя. Это круто. И сейчас еще расскажу об особенностях. Кстати, вкачал я ему скорость, а ей, точнее, скорость немножечко. И, конечно же, лучше надеть именно вот такой вот. Кстати, сначала в инвентаре, потом уже из инвентаря уже так вот. Да ладно! Круто! Так, погоди-ка. Посиди здесь. Тихо-тихо-тихо, слез. Круто! Нифига себе! Я эти роды могу также экипировать. Здорово! Вот эти роды я могу экипировать. Ой, по микрофону ударил. А это не могу. Стандартные. Да уж, здорово. Починить. Кстати, да, их очень выгодно чинить. Очень крайне выгодно чинить. Кстати, а сколько там нужно на улучшение? И, кстати, у него прочность увеличится. Надо попробовать улучшить его все-таки. И интересно, прочность увеличится? Нет. Ну-ка. Апгрейд. Ну, в основном вот это органик фил, который требует наркотик и полимер, если я не ошибаюсь. Наркотик. А, цементная паста. В общем, надо много цементной пасты, но цементная паста у меня есть, так что все хорошо. Так, так, так. О, все. О, аж глаза отдыхают. Я не люблю, когда плохо видно, но я и не люблю, когда очень сильно ярко. Я такой привередлив в этом плане. К 226. 226. Так, дверка закройся. Отлично. Так, берем. И давайте я вам покажу, что будет, если снять мечи. То есть обычную атаку. 30. Всего лишь 30. Ну, вы поняли, да, насколько я увеличил дамаг. Здорово, мне нравится. Плюс, если ему еще увеличивают... А, кстати, я не только еще скорость, я им еще здоровье увеличил, ей точнее. Вот, сейчас я еще хочу вот урон прям конкретно начать раскачивать. Так, фундамент, ладно, это все ложим. Скидываем. Все лишнее выкидываем. Ну, я иногда фундаменты оставляю себе. Ладно, оставим. Так, и получается, вот это скинул. Это скинул. Кстати, с этого, наверное, Angel Gale получу. Так, с... Кстати, питается он, наверное, мясом, я не знаю. Да, питаешься это мясом сырым. Так, ладно, погнали, посмотрим. Кстати, плавает он не очень, она точнее, не очень быстрым. О, 362 уже! Круто! Очень быстро урон увеличивается. Сейчас даже посмотрим. 362, да? Давайте еще на ком-нибудь посмотрим, на ком я смогу экспериментировать. С кем дерешься? Альфа-Дилофазавр. И третья Мадрите. С какой левел? Точнее, сколько здоровья? Левел ты пятый. 2400. Получится ли? У меня завалить. Блин, очково. Давайте здоровье повысим немножечко. Хотя там, я думаю, Бранта сейчас будет бить. Не будем даже пытаться. Даже пытаться не будем. Ну-ка давай. О, поэтому 242. А в чем прикол? Потому я добил так много. Ага. 362. Типа эффект какой-то ярости. 362. Или там наоборот эффект... О! Точно! Солома. Так, ты, получается, добываешь солому. Но если я у тебя уберу, допустим, меч, ты добываешь солому? То есть, если я дам тебе, допустим, сейчас кирку в руки,
то ты сможешь добывать... Такие две кирки. И пошел кремень добывать. Здорово. Это универсальный добытчик, короче. Если я ему дам, допустим... О, кстати, а если я тебе копье обычно дам в руки? Ты где с двумя копьями? Банзай, понеслась. Посмотрим, что он там сейчас делает. Твою мать, я боюсь к ним подходить. У меня брантач просто ударит прям по-жесткому. И будет плохо. Вот, Дедохин. 150. Ну ладно. Так, 362, да, у меня там было? О, 242. Какого фига, я понять не могу. По некоторым... 362. У меня какой-то... Ярость берсерка, что ли, включается какая-то? Я понять не могу. Ладно, вкачиваем на единичку урон. 362 был, да? Так, минимальный, это который 240 был, стал 272. Так. Граб, круши, всех убивай! Всех убью, праймач, иди сюда. Я тебя тоже завалю. Вот, 362 был, стал 407. Неплохо, мне нравится. Я одобряю. Крушит всех на ура просто. Просто здорово. В толпу залетаешь и пошел крушить. Просто ярость берсерка и пошел. Одного, второго, третьего. Пошел рубить. Здорово, мне нравится. Такой левел, ты маленький, пофигу. Крушим всех, нафиг. Все равно улетите от меня. Да и смысл мне еще... Птерова вспомнил. Господи, хотел паразавром что-то назвать. Гра, понеслась. Мясорубка. Да, конечно, можно его поставить на автоатаку, типа на агрессию, и вот он пойдет там всех бегать, убивать, крушить и так далее. Но, как я уже сказал, мне это самому не нравится. Потому что, когда ты хочешь кого-то притомить, и такой прибегает чувак, и просто у тебя перед носом его убивает, а ты его томишь. А еще бывает, ты его такой, типа, о, я его оглушил, все хорошо, и он бах, и убил у тебя перед носом, а ты его тупо томил уже, прикиньте. Было такое, было. Кстати, да, мне прикалывала такая фигня здесь на Богомоле. Я камеру поворачиваю. Сам поворачивает. Ну, в данном случае сама. Иди сюда, родненький. Иди сюда, родненький. Такс. Конечно, меня очень прикольнул тот факт, что можно Томилкину эту, роду, электророду вставлять. Здорово. Не только транквил копье. Ну посмотрим, что то когда где, что лучше будет, транквил копье, либо это. Так, кстати, давайте посмотрим. Ран. Вил пик. Трансмутер? Окей. Так, требуется... Ладно. Это... Блин, у меня... Сколько инграмм у меня? 3300, блин, надо что-то... Надо изучать, короче, что-нибудь. Сейчас пока что качаю себе стойкость. Ё-моё, нифига я вкачался. Да ладно, 125 левел. Круто. Нифига себе, я набегался, накачался. Здорово. 407, 407, валю всех налево и направо. Да, я захотел уже альфа-богомольчика себе. Будет здорово. Будет очень здорово. Кстати, что мне нравится, все альфачи эти... Ой, компик. Блин, ну да, ник же не показывается через эту трубу. Все альфачи... имеют у себя, как у бобра, да, верстак. Это мне прикалывает прям конкретно, мне это нравится. Блин, у меня колбасой пахнет. Я не знаю, что за фигня у меня колбасой пахнет. Причем такой, которую я явно ел. Да, вот такие вот дела. У меня начинаются глюки. Черт побери. Так, и кстати, да, альфачи, они действуют благодаря своему седлу
У них такая же фигня, то есть у них вес уменьшается. К примеру, камень весит в 2 раза меньше. Не знаю, как насчет дерева, но весит в 2 раза меньше камень, это 100%. Потому что когда я смотрю, о, 75 камень, накидываю себе. Уч-уч, не понял, сдвинуться не могу, смотрю, 150 весит. И тут я уже понял, что все весело. Не, богомол мне прикалывает. Кстати, я сначала подумал, за шипы что ли держится, потом нет, смотрю, тут ручки, короче, просто такая анимация, и он держится за ручки. Ну, прикалывает, богомол меня прикалывает. Да, это здорово. Приручается с руки, офигенная боевая единица, просто грабь, круши, убивай всех, и просто кайф. А самое главное, что меня прикалывает, это то, что, допустим, оп, типа, камень, да, металлическая руда, да. Чик, берешь такое, чик, и пошел там. Ох, тяжела работа каменщика, я добываю камень целыми днями. Мне это прикалывает. Так, ну-ка, 12. 12, нет, здесь как бы по весу то же самое. А вот в Альфа-Чи, сейчас я вам покажу, вес уменьшается. Падаю, падаю, падаю. Твою мать, Альфа-Ч на моем острове. Альфа-Дилофазавр. Так, сейчас там мои сагрицы могут. Альфа-Дилофазавр, 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 2800. Ну ты дамажишь фигово. Давайте, короче, все, панели пропали. Чу, блин, ладно, нового притому, если что не так. Ну, завалю тебя. Иди ко мне, Альфа-Чуха. Не, ну ж должна быть какая-то кульминация в этой сраной битве. Слышь, ты куда побежал? Иди сюда, да. Я чё, зря бегу за тобой? Убить всех дилофазавров, убить всех дилофазавров, убить всех дилофазавров. Убиваю, убиваю, крошу, убиваю, крошу, крошу, убиваю, крошу. Чего боялся, блин, знал же, что дамажит она дерьмово. Убита, 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 зачищена территория от врага. Такс, что тут выпало с тебе? Давай посмотрим. О, Рубик, прикольно. Ой, Рубик, Эмеральд. Здорово, скоро я еще вкачаю на левел больше седло у альфа-кошака. У 145-го, короче, блин, у него ник, походу, так и будет, 145-й. Ладно, надо посидеть, попридумывать что-нибудь. О, а может я на стриме попридумываю, короче, составлю список, кого мне надо ники, имена придумать, короче, и на стриме попридумываем им имена. Почему бы и нет? Кстати, интересно, а как ты относишься к прыжкам? Здесь высота как бы не очень, да? Не разобьешься. Так что нормально относишься. Будешь сидеть там наверху. А то как-то трайки слишком много своими задницами места занимают. Здорово. Ну, один косяк, короче, мне сейчас придется делать мечи, короче, для богомола. Точнее, меч. Эх, жизнь моя, жестянка. Да ну и в болото. Ну, водка наебит. В общем, что я могу сказать? Богомол тащит. Не зря притомил. Честно, не зря. И уровень добычи у богомола зависит от уровня вашего инструмента. То есть, если я, допустим, буду добывать... Кстати, нет, а, наверное, уровень даже больше. Потому что мрамуш-то, да, я добывал обычными инструментами, и он с каждого удара добывал, то есть я добывал обычной металлической киркой, а он с каждого удара добывал какой-то либо ресурс. Я же обычными инструментами там через раз только добывал. Так что да, уровень добычи все-таки больше. И плюс это неплохая боевая единица, которую можно вкачать здоровье. Это такая база. Переносная боевая единица. Универсальная переносная боевая единица. Универсальная переносная боевая единица. УПБЕ.
В общем, тоже пишите в комментариях, как мне его назвать, и уже будем придумывать все это дело вместе. Ну так, не сильно оригинально, я бы так сказал. Но в целом прикольно. Так, что тебе еще вкачать? Урон! Конечно же, все урон. Вот, здоровье я ему поднял. Ей поднял, да, 3200. Я думаю, пока что будет достаточно. Но в целом неплохо. В целом неплохо. И самое главное, это то, что я буду качать. Буду качать, конечно, это без вариантов. Ну и что? На этом все. Вот такие вот приключения были. Кстати, продуктивная серия получилась. Богомолы при этом мире. О, нифига, у меня слева экран двоится. А, это из-за щита. Прикол. Из-за щита. Потому что только в щите он двоится. Нифига. Вот видите, прям слева-слева на щите он такое, как двойное это идет. В общем, что получилось? Богомолы притомили. Альфа-раптора завалили. Ой, Апекс-раптора. Апекс-раптора, это офигеть. Выбили 4 рубина, это вообще здорово. Потом что еще? Кстати, я затестил Кицалю, летает вообще здорово, так что, наверное, скоро скачать я больше и не буду ему. Ему. Потом что еще? Богомола затестили. Вообще просто кайф. Даже с Альфа-Дилофазавром справились 10 левела. Вообще просто здорово. Просто здорово. Продуктивность серии просто зашкаливает. Ну а я на этом буду с вами, пожалуй, прощаться. Понятное дело. Подписывайтесь на канал, если впервые на моем канале. Конечно же, ставьте лайк, если вам понравилось это видео или вы узнали здесь что-то для вас интересное. Пишите в комментариях свое мнение, что можно еще сделать на серии, как назвать тех или иных динозавров, нет, тех или иных моих питомцев. Ну и, конечно же, что? Что еще? А что еще? Что еще, что еще? Ну, я не знаю. В общем, всем спасибо, всем удачи, всем пока, всем счастливо и добра. Всем пока.